всем привет! Сегодня я записываю прохождение Far Cry 1. Наконец-то! Все это время я почему не записывал прохождение? Потому что у меня не было наушников. И без наушников звук говёный, на самом деле. С наушниками получше. Вот. Сейчас я сижу с микрофона от наушников. И он вроде бы нормально слышен. Нормально вроде у него. Я вроде проверял. Короче говоря, пройдем сейчас, будем проходить первый Far Cry. Зашибись вообще игрушка. Я помню ее, Оксана как-то стримила, и мне пришлось за нее проходить. Ладно, начнем новую игру. Я уже потестил. Игра нормально вроде и работает. Все, погнали. Да, я хочу начать новую игру. Подожди. Зайдем в настройки управления. Просто бывает такое, с раскладкой управление меняется. Все-таки надо будет поменять эту раскладку. Вроде все заебись. Ладно. Погнали? Старт. Да, начать. Медуза! Так корабль называется. Ну и все, собственно, загрузка пошла. Я тут еще прикупил себе коврик для мышки, чтобы был нормально еще работал. Мышка, чтобы нормально ходил по столу, что-то как-то хреново находит. Так, проснулся. Погнали дальше. А как там по звуку сейчас? Вроде все в порядке. Так, нужно выбираться отсюда. Да. Я тоже так сказал, что нужно отсюда валить. Давай.
Давай. Поднимайся. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаю. Есть, есть, сэр. Свободен. Что это за звук? Какой звук? Чел, ты чё? Прием. Ты меня слышишь? Если слышишь, то возьми рацию. Я знаю, что ты там. Я засек тебя, как только ты прибыл вместе с Вэл. Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебе не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. Джек Карвер. Погнали, Джек Карвер! По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Да ладно, серьезно. Как будто я не знаю. Новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Как будто, блин, я не знал. Что я сейчас, блин, свечусь, блин, со своей красной рубашкой. Надо перезарядиться. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Блин, как-то знаете. Да плевать, кто там был. Плевать, говоришь? Куда он пропал? Я иду за тобой. Ой, бля, гранату бросили. Ребята, как гранату бросить? Что-то кнопка не настроена. Чего кнопка не настроена? Там бросить. Бросить гранату. Что за хер? У меня кнопка не работает. А, это бросить оружие. На, лови. Получи! Ложись, граната! Я продырявлю. Кого ты там продырявишь? С твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. Стало получше, чуть лучше, слышно. У нас проблема с винтом. Бригада Альфа, немедленно приступить. Осмотреть бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем звука и датчиком движения. Доктор Кригер нацепил на всех, кто находится на этом острове, датчики. Давайте разберемся, какого здесь. Попытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Ты слышишь?
У меня для тебя кое-что есть. Хочешь еще? Сейчас получишь. И стрелю ключи. Да пошел ты! Сдохну сейчас, чем не желает. Не с места. Что ты? Эй, давай! Командир, отвел на станции заправки старого авианосца. Боюсь, тебе придется порваться туда. Авианосца? Да. Один из легких японских авианосцев сел под намир во время Второй мировой войны. Наемники Кроу превратили его в свою заправочную станцию. С каждой минуты становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее.
пошли нафиг, я еду. Мне на место надо. Рашен, короче. Хорошо, Дойл. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Ладно, короче, наверное, на этом закончим. И что, продолжим, наверное, в следующей серии. Ну, а с вами был Дэнчик. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.